В Развилковской библиотеке для юных художников состоялся творческий мастер-класс «Мой край родной». Дети попробовали написать пейзаж по всем канонам живописного искусства. Перед тем, как подготовить краски и взять в руки кисточки, дети приняли участие в краеведческой викторине. Все вопросы так или иначе касались родного края, Ленинского района и поселка Развилка. Поэтому все ребята легко отвечали на вопросы. А после началась творческая часть мероприятия. Мы проводим сегодня мастер-класс в честь дня празднования 90-летия Ленинского муниципального района. И он так посвящен празднованию этому дню. Мы рисуем березу как символ России. Вот. Рисуем с детками акварелью и с добавлением гуаши. Мазок за мазком, неспешно, как и требует любой вид искусства, результат был достигнут. У каждой юной художницы свои методы подготовки к созданию пейзажа. Диана Смирнова увлекается рисованием 4 года, правда, раньше предпочитала природе изображение животного мира. Я люблю рисовать динозавров, я вообще всех динозавров знаю, я всегда их рисую. Теперь же в коллекции рисунков каждого участника мастер-класса появится и изображение русских березок, которые символизируют нашу Россию и все то родное, что близко каждому из нас с детства.